Так интересно. Ставлю камеру на подоконник. Передо мной свет, чтобы хорошо меня было видно. Привет, Макс. Это видео чисто экспериментаторское для того, чтобы показать тебе кое-какие штучки и вдохновить тебя на видеоблог. Я прям сейчас начну, но для начала посмотри небольшую заставочку. Вернулись к делу. Вот, смотри, минимально 3 секунды заняло. Сейчас для начала покажу, как видео снимает и на какая цветокоррекция. Сейчас, кстати, 4К, 24 кадра в секунду, плоским цветом, с низкой резкостью и фиксированным балансом белого получается вот что. Вот такая картина. Парочку, 2-3 минутки на цветокоре и вышло абсолютно другой вид. Вот такая демонстрация тебе произошла. В общем, блогерские штучки, что можно сделать. Например, прикольный эффект, там, допустим, огня на руке. Ну, не такой огонь, конечно, сделать можно будет чуть-чуть подреалистично, если потом заморочиться, но это так, для примера. Потом, что могу сказать, еще прикольные штучки. О, так вот. Например, если я сейчас буду рассказывать тебе немножко про гири, то в этот момент, когда я рассказываю, на фоне должны быть какие-то кадры, допустим, с гирями, либо когда я там поднимаю гирю где-то у себя дома, разные моменты. Потом возвращаюсь обратно сюда в камеру, 2-3 минутки, что-то думаем, и хочу что-то начать, и для настроения включается музычка уже. И будем говорить про теннис, и пошел эпичный момент. Вот такие прикольчики разные. Сейчас попробую это смонтировать, плюс-минус. Что хотел еще сделать? Короче, можно фантазировать и делать, что хочешь. На данном видео закончилось. Всем спасибо, всем пока. Короче, будите медведям к себе, разбудите зверя и разрывайте все вокруг. Ах да, что совсем забыл сказать, так это никакого не сценария, ни звука нормального. Представь, если звук совсем поменяется, звуком тоже можно играться. Я могу говорить что-то, а потом менять. А также еще есть всякие переходы. Туда, сюда, вверх, свет, зум. А также если сделать на фоне там, ну, какой-то фон полуразмытый или четкий, какие-то лампы поставить, ну, настроить освещение себя спереди там другого цвета, сзади фон, и получается вообще качественная картинка, видео именно делать качественное при звуке. Вот сейчас хуёвый звук и не очень смотрится, с хорошим звуком будет все круто. Ну еще, конечно, что забыл добавить, так это нужно говорить громко, динамично, чтобы нормально все было слышно. Йоу, а не так шептать что-то на камеру. Пока.